Макиндей, и Дубников, и Чех тоже высокий. Ну вот Егор Ильин низом на Макинде, Делю Алекс на подборе. Саид Диабате. Еще на дальнюю Дубников будет бить, да, действительно бьет. Щербаков накрывает этот выстрел. Гамид Шахбанов делает второй заход. Егор Ильин ищет вариант для удара и забивает гол. Егор Ильин, футболист Успенского, подстроился. Здесь вот за гигантами наблюдали, а в итоге Егор Ильин на ударную позицию открылся, получил мяч и проткнул. Не видел момент удара Владислав Олещенко, и поэтому среагировать ему было крайне сложно.